Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. В мае этого года артист Сергей Астахов отпразднует свое 50-летие. С опытом, отношение актера к жизни изменилось полностью. Как говорит сам актер, он стал значительно мудрее, потому сейчас разумно расставляет приоритеты. Во-первых, Сергей пытается больше печься о родных. Во-вторых, актер размышляет о своем достатке, а уже затем о творчестве. В-третьих, знаменитость ощущает, что настало время жертвовать. Актер капризничает, подбирая роли. Звезда кино перестал браться за любой проект. Актер любит трудиться только с мастерами в этом деле. Со временем, сознался актер, у него возникло больше возможностей. Самочувствие сильно не беспокоит, подчеркнул Сергей Астахов. Но некоторые пользователи совсем не согласны со знаменитым актером. Они считают, что самочувствие артиста ухудшилось, так как актер внешне немного поменялся, чуть похудел и изменился в лице. Именно из-за этого появилось множество слухов о здоровье актеры. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео и отправим каждому по 50 долларов. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.